Турции автобус врезался в опору моста. Есть погибшие. Причина аварии неизвестна. В Турции на трассе Эскишехир-Анкара в четверг, 24 августа, автобус с пассажирами врезался в опору моста. Об этом сообщает Daily Sabah. В результате аварии погибли по меньшей мере 5 человек. Причина аварии пока неизвестна. На месте происшествия работают медики и спасатели. Напомним, ранее сообщалось о том, что в Германии перевернулся автобус с иностранцами. По материалам сайта newsgro.com.